В эти дни детская библиотека превратилась в настоящее царство сказок Александра Сергеевича Пушкина. Конкурс, посвященный юбилею поэта, собрал более 500 участников – воспитанников детских садов и учеников школ. В творческом соревновании было несколько номинаций, одна из них – исполнительское мастерство. Дети подготовили сценки из сказок и прочитали свои любимые произведения, исполнили романсы. Третий Б-класс школы номер 5 показал жюри и зрителям отрывок из сказки о попе и работнике его балде. Готовились ребята основательно, учили текст, репетировали. Это произведение дети выбрали не случайно. Сказка о попе и работнике его балде мне нравится, потому что она добрая и многому учит. Самое активное участие в конкурсе приняли дошкольники и их родители. Они прислали более 400 работ. Это рисунки, выполненные разными материалами, инсталляции, бумажная пластика. Ну, мы видим и очень интересные, яркие работы, изобразительные. Например, вот второй детский сад. Мы видим, что это работа детская, но такие смелые мазки, яркие краски, цвета хорошие. Ну, это я привела пример, потому что много-много очень хороших, ярких детских работ. Итоги конкурса подведут в январе. Участники получат памятные дипломы, а победителей наградят на праздничных мероприятиях в новом году. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.